Здравствуйте, в эфире национального телевидения программа «По существу». И сегодня у нас в студии главный педиатр Минздравсоцразвития Чувашской Республики Лариса Ногтева. Лариса Германовна, добрый вечер. Добрый вечер. Всех волнует ситуация, как у нас обстоят дела в России вообще и в Чувашии, в частности, с заболеваемостью серозным менингитом. Как-то в последнее время мы, СМИ, перестали об этом говорить. Означает ли это, что проблема снята, или просто устали одну и ту же тему обсуждать? Ну, скорее всего, это и другое, потому что и средства массовой информации муссируют эту ситуацию по всей России, в Чувашской Республике тоже, и неоднократно на совещаниях в Минздраве России, на совещаниях в Минздраве Чувашии подчеркиваю, что ситуация с инфекционными заболеваниями находится на четком контроле. На контроле как Министерства здравоохранения, так и Управления Роспотребнадзора. Уровень заболеваемости по Чувашской Республике, как среди взрослого, особенно среди детского населения, не выходит за рамки обычной заболеваемости. Часть заболеваний инфекционного характера носит сезонный характер. Это зависит от того, что пути передачи разные, источники инфекции разные. В том числе хотелось бы подчеркнуть и по поводу того заболевания, которое неоднократно озвучивалось в средствах массовой информации. Это заболевания энтеровирусными инфекциями. Ежегодно они регистрируются как на территории Российской Федерации, так и на территории Чувашской Республики. За истекшие 7 месяцев, хотелось бы сказать, количество подтвержденных заболеваний энтеровирусными инфекциями 26 случаев. Из них 25 случаев у детей. Но энтеровирусные инфекции – это не только серозные менингиты. Энтеровирусные инфекции протекают и в виде респираторных, лихорадочных состояний, в виде кишечных проявлений. И вот из 25 случаев у детей 19 случаев протекают в виде серозных менингитов. Они диагностированы, они подтверждены. Все эти дети получали стационарное лечение. Практически большая часть из них уже выписана. 4 случая – это заболевания в виде кишечных форм энтеровирусной инфекции, 1 – в виде респираторного заболевания. Смертные случаи уже зарегистрированы? Нет. Нет. Слава Богу. Лариса Германовна, а сколько детей сейчас находится на карантине? Вот в некоторых детских садах есть карантины, в лагерях загородных. Получается, они у нас по всей территории Чувашии объявлены или так вот локально? Говоря об эпид-ситуации в плане энтеровирусных инфекций, хотелось бы сказать, что она более-менее спокойна. Угу. То есть случаи заболевания энтеровирусными инфекциями, они единичные. Групповых вспышек у нас на территории Чувашской Республики нет. Об этом говорит то, что случаи этой инфекции встречаются в нескольких муниципалитетах, не только в Чебоксарах и Новочебоксарске. Зарегистрированы случаи и в Чебоксарском районе, и в Марпасадском районе, в Маргаушском и в Алаторском районе. Естественно, при выявлении любого случая инфекционного заболевания, в частности энтеровирусного, в виде проявления также и серозного менингита, объявляются эпидемические мероприятия, такие как карантинные мероприятия. Поэтому, если в каком-то из организованных коллективов был выявлен случай вот подобного заболевания, естественно, карантинные мероприятия накладываются. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится 11 детей с диагнозами серозный менингит. 4 из них имеют подтвержденную энтеровирусную этиологию. Все дети переносят заболевания в средне-тяжелой и в легкой степени. И практически большая часть из них вот после контрольных анализов планируется на выписку. В отделениях реанимации республики детей с серозными менингитами на сегодняшний день нет. Погода, погодные условия, они как-то способствуют вот увеличению заболеваемости или наоборот? Например, что лучше, вот, чтобы было дождливо, как сейчас, или жара? И погодные условия, и сезон, они, естественно, накладывают характер на уровень заболеваемости. Потому что все зависит от самого заболевания, от пути передачи, от механизмов передачи данного заболевания. Конкретно данное заболевание, о котором мы говорим сегодня, об энтеровирусных заболеваниях, это заболевание, имеющее сезонный характер.
То есть пик заболеваний на территории как Российской Федерации, так и Чувашской Республики регистрируется в июле-августе. Вот сейчас мы находимся практически на пике заболеваемости. И по данным мониторинга, который проводится в ежедневном режиме в Управлении Роспотребнадзора и в эпидотделе Министерства здравоохранения Чувашской Республики, не планируется, не прогнозируется увеличение заболеваемости в августе. А спад уже наметился или пока какое-то время поддержится на одном и том же уровне? Я еще раз подчеркиваю, что июль-август – это месяцы, когда регистрируется наибольшее количество заболеваний именно энтеровирусной этиологии. То есть, стало быть, надо усилить методы профилактики, способы надо быть профилактики. Бдительными, что именно так. Нужно помнить родителям в первую очередь? В первую очередь мера профилактики, хотелось бы отметить, зависит от пути передачи. Пути передачи – это водный, пищевой путь передачи. Поэтому родителям хотелось бы напомнить, что использование в питье ребенка кипяченой воды, бутилированной воды – это в обязательном порядке для профилактики любых кишечных инфекций, в том числе и энтеровирусных инфекций, в том числе и того самого пресловутого серозного менингита. Предотвращение или предупреждение не нахождения ребенка в водоемах, которые не установлены сомнительного вида, да, загрязненные водоемы, потому что ребенок, он есть ребенок, да и взрослые люди тоже, купаясь в этих водоемах, запросто могут. Во время жары куда только не залезешь. Следующий путь передачи пищевой, в основном через овощи, фрукты, которые, естественно, в большом количестве сейчас с огородов, садов и так далее поступают на наш стол. И поэтому обработка, мытье овощей и фруктов при даче его ребенку в обязательном порядке. Помимо этого, соблюдение термической обработки и приготовления, технологии приготовления и хранения других видов продуктов также является профилактикой данного заболевания. И если все же случилось так, что ребенок заболел, профилактическим мероприятием является все-таки изоляция ребенка и недопущение его в организованные коллективы. Это тоже одно из мер профилактики. И самое главное, на что хотелось бы обратить внимание, это привитие элементарной личной гигиены. Это мытье рук, грязные руки, они являются в любом случае одним из основных механизмов передачи любой кишечной инфекции, так и энтеровирусной. Понятное дело, что при малейших подозрениях, при малейшем отклонении от обычного течения болезни, немедленно вызывать врача. Безусловно. Спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня нашей собеседницей была главный педиатр Минздравсоцразвития Чувашской Республики Лариса Ногтева. Всего доброго. Спасибо.